Все дети любят сладости, поэтому для сегодняшнего мастер-класса студенты подобрали рецепты самых вкусных и необычных десертов. Традиционными роллами уже никого не удивишь, а вот сладкие, пожалуй, экзотика. При этом готовить их легко и быстро, а ингредиенты простые и доступные. Обычная покупная пастила, которая продается на рынке, и домашний творог. Просто берется пастила, мажется лист творогом и сворачивается такую форму. На базе Дома культуры Станица Анапская развернулась целая кулинарная площадка. Студенты колледжа сферы услуг раскрыли детям и их родителям секреты приготовления ажурных блинов, показали, как собрать ягодно-фруктовую корзинку и оформить печенье рисунком. Мы попали вот на фруктовые тарталеточки. Нам очень интересно, понравилось, потому что дети непосредственно сами принимают участие. То есть для них это как бы в новинку, впервые. Им очень они довольны, понравилось. Клуб «Открытые сердца» объединяет детей и молодежь с ограниченными возможностями здоровья. Как отмечает его руководитель Оксана Смирнова, подобные акции не только вносят полезное разнообразие в жизнь ребят, но и в том числе способствуют их социализации. Были только положительные эмоции, радость и желание творить, познавать что-то новое и вкусно покушать. Это не первая социальная акция, которую проводят анапские молодогвардейцы. В планах сделать эту практику регулярной, больше уделяя внимание тем, кто в этом особенно нуждается. Важно вообще осознание того, что мы все вместе готовы детям показывать, доносить интересную информацию. Я думаю, что для них это будет очень интересно. Они в первый раз увидят подобные мастер-классы и непосредственно сами поучаствуют в производстве. Сегодня в кулинарном мастер-классе приняли участие более 30 детей. Все они получили массу положительных эмоций и сладкие угощения в подарок. Следующее подобное мероприятие планируется провести уже через месяц, пока молодогвардейцы подбирают тему, которая была бы интересна и полезна детям. Ольга Родина, Ксения Сипко, Михаил Попов, Анапа регион.